По-новому автомобили будут двигаться на перекрестке Макаренко-Вертодром. Теперь при выезде из микрорайона Макаренко поворот налево запрещен. Уже появилась соответствующая дорожная разметка. Развернуться и поехать в направлении центра теперь можно в районе Сочинского госуниверситета на Пластунской. Таким образом, в микрорайоне решают вопрос пробок. За счет запрета левых поворотов, так же, как это было, например, на улице Донской, их должно стать значительно меньше. Новая схема уже начала действовать. Будьте внимательны, следите за разметкой.